Модели самолетов легко уздымаются у неба и рассекают по ветру. А чуть себе не пассажиром, а пилотом, подается марить кожный хлопчик. Выхованец шматпрофильного центра юнацтва Вова конструюе военные и пассажирские самолеты. И признается, вышиня отчувается нават на земле. Ну, это самодельная модель, радиоуправляемая. Летает на электричестве. Ну, на батарейках? Ну да, на литиево-батарее, сама заряжается. Ну, это маленькая модель, поэтому при ветре не очень устойчивая и очень легкая. Розные модели, розное керование самолетами. На импровизованном узлетном поле запустили ракету. Правда, спортивную. Ее авторы из авиамодельного гуртка Глузской гимназии. Пятеро хлопчуков разом с наставником майструют самые розные ракеты. Сколько времени уйдет, вот, чтобы сделать такую ракету? Ну, может, неделя так, если делать хорошо все и аккуратно. Она радиоуправляемая? Нет. А как она взлетит? От двигателя. Двигатель? Ракета плана. Вот. Это самолет с ракетным ускорителем. Его задача... На, подержи вот эту. Его задача взлететь как ракета. Он складывается, улетает как ракета. А потом достижение высоты, он должен раскрыться и планировать как самолет. Такий ракетоплан може улететь на 2 кілометри. До речі, для тих, хто марить бути вищий за облоки, у Білорусі 12 красовика у 20:00 при ясному небі можна буде побачити у бінокль міжнародну космічну станцію, на борті якої зараз знаходиться білоруський космонавт Олег Новицький. Кажуть, МКС буде подобне на яркую кропку. Катерина Балукова, Кристина Каранкевич, Денис Бутилін. Новини регіону.